Москву вы отправитесь вовсе не как Митчелл Ганн. Познакомьтесь. Что общего между человеком, 30 тысяч лет назад рисовавшим своего врага на пещерах в Альпах, униженным и оскорбленным, и современным Голливудом? Почему карикатурный образ советского человека вызывал у нас вместо снисходительной усмешки еще не так давно приступ настоящей ярости? Попробуем посмотреть на нашу историю глазами наших же врагов. Он уходит! Стреляйте! Стреляйте! Существовал ли на самом деле огненный лис, самый умный самолет Советского Союза? Где же на самом деле располагается империя зла? Поговорим и посмотрим. Понедельник, 19 августа, на НТВ. Новый Орбит Белоснежный с сочным фруктовым вкусом сохранит зубы ослепительно белыми. Это отличный выбор, если очень хочется насладиться свежими фруктами и добиться блестящего результата. Так что улыбайтесь шире, и вашу ослепительную улыбку обязательно заметят. Новый Орбит Белоснежный фруктовый. Ослепительно белые зубы и защита от кариеса. Олейна. Здоровая привычка, крепкая семья. Алло? Как просто быть ближе, когда вместе с уверенностью вы излучаете настоящую мятную свежесть Рондо? Рондо сближает. Эту историю рассказала нам Галатея Парковна. Красота — это жизнь. А искусство должно служить народу. Да. Пиво Очакова по праву называется живительное. Очакова. Живительное пиво. Новый Бимакс со смягчающим эффектом сделает ваше белье мягким и ослепительно чистым. Бимакс. Максимум чистоты. Если вы любите нежный, сливочный вкус Нескафе 3 в 1, вы останетесь верны только ему. Нескафе 3 в 1. Не изменяй любимому. Буржуй не у тебя? Нет, этот дом закрыт для него. Кто убил рыжего? Чего? Какого рыжего? Кто убил кота? Кота? Испугалась, что наш сирота кинется в бой. Он не любит тебя так, как ты любишь его. Я же тебе все объяснил, да ты ж кто? Там трупов как грязь, у меня настроение плохое. Все, давай. Ах ты, сука, сука. Это они думают, что ты просто так лежишь и все тут... Мы это с тобой знаем. Не падай. Не падай. История взлета и падения. Это не я. Правда. Не мой стиль. Это просто праздник какой-то. День рождения буржуя. С понедельника по пятницу на НТВ.